Всем привет! В этом видео вы узнаете о новом хейте разработчиков и почему он начался снова, а также о новых промокодах и примагемах. Всем приятного просмотра! Что же произошло на этот раз? Хуеверс совершенно не любят Крио двуручников. И нет, речь не только об Иоле, но и о Чуньюне. Дело в том, что эти два персонажа одновременно побили рекорды по отсутствию в баннерах среди 4-звездочных и 5-звездочных персонажей. Последний раз баннер Иолы был в обновлении 2.3. С этого момента прошло уже 23 баннера. Напоминаю, что прошлый подобный антирекорд был у Хутао. Ее не было 21 баннер, и 20 баннеров не было Шэньхэ. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм, ведь уже 31 марта там будут быстро истекающие промокоды на 300 примагемов, ссылка в описании. А еще наконец вышел 6-й промокод на крылья, так что если вдруг вы их собираете, то уже пора покупать следующий. Чуньюнь последний раз был в баннере в обновлении 2.7, то есть его уже нету 14 баннеров. Прошлый такой антирекорд среди четверок был у Сары с Рейзером, их не было 13 баннеров. А за недавнее время начали появляться такие слухи, что в следующих обновлениях 3.6 и 3.7 ЭОУ тоже ждать не стоит. И это привело игроков в замешательство. Ведь как так? Ее уже так долго нет. Скорее всего, ЭОУ стоит ждать где-то в обновлении 3.8, во время очередного летнего праздника. Но еще все может, конечно, поменяться. Поэтому не огорчаемся раньше времени. Ну а касаемо новых примагемов, сегодня начался новый ивент, за который получим 420 гемов. А уже 1 числа обновится бездна. И если вы ее закрываете, то оттуда еще 600 примагемов. Напишите в комментариях, ждете ли вы реран Эолы или может Чуньюня в баннере. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока.